Ваш отец когда-нибудь говорил вам, почему у него болят кости в непогоду? Война. Вражеские солдаты убили всех. Я не боюсь нашего врага. Они говорят о мире, а думают о войне. Наш народ заслужил того, чтобы освободиться от гнета угнетателей. Это твоя месть за одинокое детство. Но есть и другие способы исцеления. Люди, которые злоупотребляют своей властью, не заслуживают того, чтобы сохранить ее. Нам еще многому предстоит научиться друг у другу, Ясуки. Вы не можете знать, когда встреча двух людей будет благоприятной, когда им будет лучше вместе. Нет почета в том, чтобы вымаливать славу. Вместе мы вернем справедливость людям.